Мы встретились спустя 2 года. И если честно, мне казалось, что я совсем не изменилась. Но позже выяснилось, что я стала более активной, доброй, открытой. И не было уже этой скромности. И нет, я не притворялась. И не хотела кому-то понравиться, я просто проживала тот момент. Я просто жила. И тогда он предложил мне встретиться, провести время вместе. Как минимум, проводить меня до дома. И 2 года назад я была бы счастлива. Я бы смаковала этот момент, потому что я его безумно любила. Я умирала без него. Но я отказалась и сказала, что лучше я вызову себе такси. Позже, когда я ехала домой, я обдумывала всю эту ситуацию и сама себя спросила, когда он потерял мое доверие. На самом деле, все очень просто. Когда я стояла, плакала и говорила, что я не хочу, чтобы он уходил, он сказал одну лишь фразу. «Не бери в голову. Любовь не для меня». И знаете, я, наверное, правда изменилась, потому что сейчас я могу точно сказать. Не бери в голову. Моя любовь не для тебя.